Автомойка «Мою сам» давно известна саровским автолюбителям. Если вы хотите помыть машину быстро, без проблем и предварительной записи, вам сюда. Таких моек в Сарове две – на Силкина и на Курчатова. На последней недавно установили бесконтактную автоматизированную мойку. Главное ее достоинство – она моет машину без вашего участия. Клиенту не приходится выходить из автомобиля. Клиент подъезжает к терминалу, может, не выходя из автомобиля, оплатить, выбрать одну из четырех программ, какую он пожелает. Ну и, соответственно, следует указаниям уже робота, который управляет навигацией автомобиля полностью в процессе мойки автомобиля. Ну и, соответственно, получает результат на выезде уже чистый автомобиль без особых хлопот и, самое главное, короткое время. Можно выбрать одну из четырех программ. От самой простой технической, которая займет всего пару минут, до полноценной, когда за 12 минут автомобиль вымоют несколько раз разными видами пены и химии. Робот промоет в том числе днище машины. Схема абсолютно простая и понятна. Нужно только следовать инструкциям системы. На выезде, опять же, в комплексе «Мою сам», на посту самообслуживания, там есть у нас и химчистка, и пылесос, и есть установка мойки «Корь». Отдельно мы поставили в том году. То есть все уже там в процессе, под навесом, в комфортных условиях, он все сделает сам. В прошлом году на автомойке «Мою сам» установили новое оборудование – аппарат для чистки ковриков, чернитель колес и полироль пластика. Больше не нужно искать в магазинах специальные средства. Все необходимое для того, чтобы ваш автомобиль стал как новенький, собрано в одном месте. Автомойки «Мою сам» находятся на улице Курчатова, 54, и улице Силкина, 48.